Андрей Малахов внезапно высказался о разводе. Андрей Малахов прокомментировал информацию о разводе. Скандально известный шоумен вспомнил, как год назад говорил об идиллии в отношениях. Заявление Лолиты Милявской о разводе с пятым мужем, спортсменом Дмитрием Ивановым, стало сенсацией как для журналистов, так и для коллег-артистки. Знакомые и друзья прокомментировали расставание экстравагантной певицы с супругом. Не остался в стороне и скандально известный телеведущий Андрей Малахов. Шоумен признался, что ему бесконечно жаль. Комментируя сообщение Милявской о разводе, которое та обнародовала в Инстаграм, он подчеркнул: «Звезда самоиронично и свои настоящие переживания скрывает». По словам телеведущего, Иванов не такой стойкий. Еще за 2 недели до расставания он пытался со мной поговорить, присылал в Инстаграм какие-то видео, но в моем телефоне это приложение внезапно заглючило. Вспомнил Андрей Малахов. Публикация фотографии из Инстаграма. А ведь еще прошлым летом Лолита Милявская рассказывала Шелмину об идиллии в отношениях с молодым супругом. Они приобрели участок в Болгарии, который скрупулезно обустраивали. Места было много, а когда прилетели начинать стройку, увидели, что сорняки ростом с мужа. Очень много времени потратили на дом, постройку бани, беседок. Дима часто копался на приусадебной территории, весь ландшафтный дизайн он сделал сам, подбирал каждый камушек, обустраивал все с душой. Цитирует певицу Star Kid. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал «Шокирующие новости». Ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Сидела на неожиданное заявление о 4-й беременности Кейт Миддлтон. Все болит. Звезда Playboy с необъятной грудью пожаловалась на невыносимую боль. Невыносимо красивая. Россияне в экстазе от Екатерины Климовой. Зеленского хотят проверить на наркотики. Оставайтесь с нами.